Доска на двух колесах, которая ездит сама. Наверняка вы уже встречали людей на таком средстве передвижения. Вообще-то эта доска называется гироскутер. Кажется, что кататься на нем совсем не трудно. Сейчас мы это и проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Кирилл. Очень рад вас здесь видеть. Мы хотим научиться кататься на гироскутере. А есть какие-то основные правила для начинающих? Не надо делать резких движений никогда, да, потому что гироскутер делает такое, что он полностью повторяет ваши движения. Главное встать на него, выровняться, а потом вы почувствуете свое тело, почувствуете его, как он едет. И вы уже сами начнете регулировать его движение. Просто быть единым целым с гироскутером. Правильно, золотые слова. Внутри этого гироскутера находится один процессор, два двигателя, один ионно-литиевый аккумулятор и два гиродатчика, отслеживающих любое мое движение. Здесь диаметр колеса 6 дюймов, и разгоняется он до 20 км в час. Я могу на нем кататься 7 часов без остановки. Значит, ребят, смотрите, для того, чтобы этот девайс замечательно поехал, надо его включить. Включается он вот таким замечательным образом, давится на кнопку и отключается точно так же. Он сказал, что все в порядке, он работает. Я максимально, да, упираю ногу в колесную арку, чтобы был какой-то упор. Запрыгиваю, ставлю вторую ногу, также близко к колесной арке. Да, я упираюсь, как бы распираю. Таким образом, я вот страхую себя и выравниваю свое тело. Гироскопы, они чувствуют вас, как вы встаете. После того, как вы плавно наклоняетесь вперед, гироскутер едет вперед. Плавно наклоняетесь назад, он едет назад. Выравниваетесь, он встает на месте. Вправо или влево хотите повернуться, наклоняете плечо. Если вы катаетесь на роликах, то это для вас вообще встанете и поедете. Лучше всего кататься по ровным поверхностям, таким как вот Дворцовая площадь, асфальт. Чем хуже поверхность, тем быстрее будет садиться аккумулятор. На 8-дюймовых колесах и на 10-дюймовых колесах можно кататься и по неровностям. На 6,5-дюймовых колесах, так как клиренс небольшой, да, будет гораздо хуже. Впервые массовое производство гироскутеров наладили в Китае в 2010 году. А в 2015 году, по версии журнала Times, гироскутер вошел в топ-25 самых интересных и полезных изобретений года. А какой должен быть максимальный вес человека, чтобы на нем кататься? Мы тестировали водителя, который весил 120 килограмм. Минимальный вес на 6,5 дюймов, да, гироскутер, 40 килограмм. А как слезть с гироскутера? Ну, вы замедляете ход, ставите статичную позицию и спускаетесь с него просто ножками. Не надо прыгать вперед, потому что гироскутер может сработать неправильно. То есть вы спрыгиваете, задеваете ногой датчики, он может поехать. А как выбрать гироскутер? На что обратить внимание? Прежде всего, надо выбирать гироскутер под себя. Если вы достаточно легкий человек, то вам первый гироскутер – это 6,5 дюймов колеса, потому что вы встанете, и гиродатчики вас почувствуют. Чем больше размер колеса, 8 и 10 дюймов, тем надо делать больше усилия на платформы, чтобы он поехал. Мне кажется, прогулка на таком аппарате может заменить зарядку. Научились кататься на гироскутере Мария Барковец и Кирилл Сенек.